Ренессанс за чашкой кофе. В Новом Уренгое открылся бар-ресторан «Моцарт». Имя выбрано не случайно. Хозяин заведения – большой поклонник классических европейских традиций как в музыке, так и в интерьере. В течение 3 месяцев новоуренгойцы присматривались к «Моцарту», а ресторатор оценивал, насколько удачным получится проект. Испытательный срок ресторан выдержал. Слово Елене Коробко. Собственный вкус, даже в мельчайших деталях, – залог успешного предпринимательства. Хозяин этого заведения – истинный поклонник европейской классики. Создавая комфортные условия для своих гостей, он не стал открывать Америку, а сделал упор на то, что хорошо знает сам. Стиль пришелся по вкусу многим горожанам. Это очень богатая обстановка, и в то же время она не вычурная. И она располагает к отдыху. И я вам по секрету скажу, в понедельник мне 75 лет, и я уже заказываю этот зал, чтобы отметить это. Бар-ресторан «Моцарт» располагается по соседству с фотостудией. Именно благодаря ей появилось новое место отдыха горожан. Изначально это все задумывалось для того, чтобы люди в фотостудии долго не сидели там, могли посидеть себе, чай позволить, кофе попить. Но так как у нас законодательство поменялось, черно-белая фотография ушла, мокрая печать тоже убрали, и получилось так, что у нас создался ресторан. Туда, где раньше можно было скоротать время, стали приходить горожане, желающие продолжения банкета. Сегодня здесь можно устроить пиршество на любой вкус. Каждый гость может заказать блюдо европейской кухни из меню или по собственному рецепту. Но главным, ради чего сюда приходят новоуренгойцы, остается натуральный кофе. Его аромат манит не только горожан, но и гостей со всего Ямала. Я пью растворимый все время дома. А такого, чтобы кофе пить, у нас места нет. У нас нет такого завода. Если подъедешь в ресторан, там наливают нескафе. А здесь и натуральный кофе варят. Поэтому очень-очень приятно, что я завидую вам, уренгойцам, что у вас есть такие места здесь. Чашечку ароматного кофе можно позволить себе под классическую музыку. В вечернее время реально насладиться живыми голосами скрипки и саксофона. Ресторан работает до последнего клиента. Такой подход к делу уже успели оценить известные рестораторы Нового Уренгоя. Владелец этого заведения хотел выдержать классический стиль. У него это, в принципе, по атмосфере получилось, по обслуживанию получилось. И я думаю, у него в дальнейшем, безусловно, появится свой гость, свой клиент, потому что качественных услуг у нас в городе мало кто предоставляет. Именно в плане общепита. Рядовых заведений, кафе, ресторанов очень много, а вот чтобы был выдержан стиль, кухня, обслуживание, гостеприимство, ну это редкость. Весь персонал бара-ресторана «Моцарт» из Тюмени. Повара, официанты и бармены за плечами имеют огромный опыт в сфере обслуживания. Отобедать или отужинать в гостеприимной и уютной обстановке дорогого стоит. Но только не в «Моцарте», где высокое качество имеет разумную цену. Елена Коробко, Феликс Расихин, служба новостей «Импульс».